Незабываемая рубрика «Сейчас спою». Правила очень простые. Приходящему гостю предлагается спеть под минус, который он выбирает заранее. Ну, чем вызван выбор конкретно твой? Что мы сегодня поем и чем вызван твой выбор? Мой выбор вызван тем, что выбрал эту песню ты. Отлично, да. Спасибо. Да, пожалуйста. И написал о том, что будет хорошо. Сейчас мы посмотрим, был ли ты прав, Леша. Класс. Тогда прямо сейчас Евгений Кошевой исполняет... А тональность можно подобрать, маэстро? Да, прямо сейчас все подберем же. И сопли, и тональность. Да. Давай. И маски наши тоже. Давай. Прямо сейчас Евгений Кошевой исполняет 3 сентября. Это что, полностью надо ее спеть? Нет, один куплет, один припев. Достаточно. А, хорошо. А потом мы это все закроем песней для мамы группы ТИК. Погнали. Погнали? А можно я не буду петь по бульварам Москвы? Да, это можно пропустить. По бульварам, по бульварам. По бульварам. Можно замыли. По бульварам хорошим, да. Все, погнали. Это в лед, не пугайся. А где вступать-то? Я тебе махну. Да, давай. Рукой. Да. Тогда опусти ногу. Да, хорошо. Ребят, не держите ногу. Лёш, еще рано, еще где? Рано. Ты где? Ты где, Лёш? Еще нет. А, то есть все такое вступление. Есть возможность сейчас подготовиться. Пока, да, сейчас вступление пока доиграет, закончится прямой эфир. Шуфик успевал покурить за это время. Погнали. Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг. Как же так? Все у нас с тобой. Класс. Ю. Был апрель, и в любви мы клялись, но, увы, пролетел желтый лист по бульварам. И 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят, обещания в день, когда я совсем один. Я календарь переверну, все вместе, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. Странно, что мы вдвоем это поем. 2 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? То есть с первого раза непонятно, да? Ведь было все у нас всерьез. Не с Лехой 100 пудов. Нужную волну в своем магнитофоне. Вот ты в эфире на расслабоне.